В общем, переделал я узел перелома. На первый взгляд, да, ничего особенного. Все вроде то же самое, хотя вот она, эта ступица жигулевская, да. Но теперь стоит у меня здесь девяточная. Мужики, всем привет! В общем, решил я переделать этот узел. Уберу я отсюда шестерочную ступицу, поставлю девяточную. Вот есть у нас такая вот ступица. Как бы тебя достать одной рукой? Опа! О. Здесь у нас толщина вала 30 миллиметров. Вот. А на шестерочной, в самом широком месте, да, 26 миллиметров. И дальше, понятное дело, он тоньше. Так что будем ставить все-таки 30-й вал. 4 миллиметра, мужики, меня. Вы меня извините, это все-таки нормальный размер, которого может и не хватить в какой-то критический момент, да. Поэтому понадежнее будет, понадежнее и посильнее. Нагрузки уже можно сюда все-таки подкидывать для тракторка более-менее подходящие, нежели вот на этот вариант. Кстати, укоротил еще один мост. Будет работать на нивовских дисках. Вылет другой, поэтому получился он немножко больше, чем... на обычные классические диски, да. Ну также ж на колею 70. В общем, что будем делать? Сейчас отрезаем этот штырь и прикручиваем. Прикручиваем, мужики, вот эту штукенцию на место этого штыря. Так, обрезал. Вот так вот ступицу. Прям вот как есть. Здесь остался где-то миллиметрик. Вот не стал я по над самой-самой, чтобы вот эта площадь болгаркой не была, будем говорить, почухана, да, повреждена, будем так говорить. Вот. Все, сейчас обрезаю лишнее вот здесь уши, крепления. Вот. И потом вот таким образом ставлю вот эту шайбуху и центрую ее и вариваю. Здесь уже вот такая вот выбрана фаска, будем так говорить, своя. Заливаем хорошенечко сваркой. И все. Так, обрезал лишнее. Все это дело округлил. Теперь нужно варить будет вот таким вот образом. Да, кстати, здесь вот этот пятачок тоже чуть-чуть подрезал. Буквально тут, я не знаю, на вот такую вот толщину. Ну, миллиметра 3, наверное, сняло. Все, выставляем. Ошибиться тут невозможно, так как здесь все очень просто. Прихватываем, обвариваем. Именно вот таким, не вот так, а вот так. Итак, ступицу вот эту прикрутил, ну не ступица, да, а вот эту часть, будем говорить, всего этого узла. Вот, прикрутил на место. Вот такая вот штука получилась. Не знаю, видно, не видно, но внутри проварено по кругу. Здесь тоже проварено. И зашлифовано. Не варил, только единственное вот напротив болтов и гаек. Все это блестит, вот фонари свет дают. Вот как-то так. То есть еще проварено с четырех сторон между отверстиями с этой стороны. Вот теперь все это дело прикручиваем на место. Итак, прикрутил на место
на свое, как говорится, законное место вот эту часть. Все это выглядит, ну, впрочем, как и было, да. Ничего не поменялось, единственное, только да, поменялся сам вал и сама ступица. Вот, поэтому сейчас мы ее прикручиваем, затягиваем, и все. Крепление на своем месте, на ограничение качения. Сошка также на своем месте, но будет, наверное, уже посильнее. Все, при желании, при большущем желании, можно это дело приварить. Ну, приваривать я не буду. Этого достаточно. С болтами, мне кажется, абсолютно ничего не произойдет. Может, даже будет играть роль такого предохранителя, да? Легче заменить болты, чем изготовить еще раз вот такую вот штукенцию. Как-то так. Все, для, как говорится, тракторка самое то. Самое то. Ладно, на этом буду заканчивать видос. Кому понравилось, ну, не сказать переделочка, такая вот дополнение, что ли, да, модификация вот такого варианта, не забываем ставить палец вверх, писать комментарии, что вы думаете по этому поводу, выдержит, не выдержит нагрузки, предназначенные для тракторка. Все. Пока.